Кировские полицейские во Владимире задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Преступление произошло еще в июне в Кирове. На улице Красина 39-летний Андрей в ломбарде пытался отобрать у женщины кошелек. Впоследствии его задержали полицейские, а потом мужчина стал скрываться от следствия. Задержанный утверждал, что потерпевшая сама его спровоцировала. Подробности зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине. За что сейчас сказался полиции? Попытка грабежа. 39-летний Андрей уверен, что грабежа не было. В тот день он пришел в ломбард, чтобы сдать телефон. Вместе с ним в очереди стояла женщина. Сзади женщина стояла, говорит, давайте я у вас вот. Я ей отдаю. Она стояла, выпившая там, стояла, начала нецензурной бранью там со мной разговаривать. По словам мужчины, дама хотела купить его телефон. Что произошло дальше, непонятно. Между посетителями магазина произошла потасовка, и почему-то Андрей забрал кошелек потерпевшей, в котором было 20 тысяч рублей. Давайте сюда телефон, ну и начал забирать у нее. Забрал, все, она там начала там, меня держать, там все это. Я ей вернул назад кошелек и ушел. Впоследствии женщина обратилась в полицию и сообщила, что грабитель ее укусил. Андрей по приметам задержал пеший патруль. Как выяснилось, мужчина ранее был судим. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Но Андрей скрылся от следствия. Спустя год его нашли во Владимире. Сейчас решается вопрос об аресте беглеца. Михаил Вагин. Место происшествия.